Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так что у нас по заданиям? Поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Окей, давай этим, наверное, и займемся. Где у нас Шреддер? Вот он, затихарился. Друзья мои, ну что, будем прокачивать ему до третьей ступени последний удар. Ну, попытаемся, по крайней мере. Для этого нужно нам с тобой 9 катушек. Так, одна есть. Вторая. Третья, отлично, еще 6 получается, да? Ну, начинается, короче. Ага. 5 4. Так, запомни, 4 3 2. И, по-моему, последняя, да? Ну, как всегда, не тут-то было. Пошел один мутаген нам с тобой выпадать. Да серьезно, что ли? Ну, хорош, эй. Все, по-моему, с катушками мы разобрались. А, нет, еще одной не хватает. Это доска для серфинга. Вот, все, ребята, нашли. Ну, смотри, нам остается еще найти с тобой 12 знаков. Но это уже будем делать в следующий раз. И, кстати, знаешь, что я сделал? Я прокачал у нашего Рафаэльчика до 92 уровня, ребята. Так что все шикарненько. Здесь мы, конечно, забираем с тобой реворд и поднимаем уровень персонажа. Вопрос, кому? Мутагена не так много, всего лишь 15 тысяч. И я, наверное, сделаю где-нибудь здесь, вот пониже. Пониже. Еще пониже. Хм. Может быть, Майки? Давай Микеланджело прокачаем с тобой. Ну-ка. Чуть-чуть, да, не хватает до 50 уровня. Да ладно, фиг с ним. Главное, что мы с тобой здесь все собираем и отправляемся, наверное, на арену для начала, друзья мои. Так, телепорты, надо будет обязательно их забрать мне. И сегодня, кстати, у нас будет усиление технодрома. Да. Это очень классно. Будем фармить с вами Кренга. Надеюсь, что получится. Ну, а пока в Лиге Мастеров одна звезда, я, ну, ранг 27. Опять меня сбросили, как всегда. Ладно, начинаем. И возьму-ка я, наверное, Майкла. Так, поехали. 72-й, 73-й. Вообще 70-й уровень здесь. Если я буду брать, например, вот этих своих орлов. Да иди ты, Бакстер, вот лезет. Вот этих двух орлов и в придачу, например. Ну, начнем даже хотя бы с наших вот этих вот полтинничков. Я думаю, здесь мы с тобой их порвем, потому что Майки, ну, мне кажется, он будет все-таки делать здесь танец, да, на усиление атаки. Вряд ли он решит сделать свою массовую атаку, хотя он непредсказуемый. От него можно ожидать все, что угодно. Так, постепеночка повесилась на всех, кроме Рокстеди. Ну, победа за нами здесь. И надеюсь, мы сейчас в ближайшее время с тобой, да, перейдем в Лигу Мастеров 2 звезды, а там уже и 3 звезды. Ну, вот насчет топового места немножко я сомневаюсь, что мы успеем прорваться. Хотя, кто его знает. У нас с тобой 30 откатов. То есть это 15 боев. Это в худшем случае. А в лучшем, может быть, даже еще и больше сможем сделать, если не будем затрагивать их. Или хотя бы тратить по одному. Ну что, давай возьмем, наверное, Алочку с тобой. Возьму здесь Усаги. Одного пока, ребята, возьму Усаги здесь. И вместе с ним хочу попробовать отыграть. Ну, предположим, возьму Рокзара. Так, Сплинтера пока не будем. Тигриного Когтя и вот этих двух. Боюсь. Боюсь, вот, например, массовой атаки от Бакстера. Боюсь массовой атаки от Роквелла. Но ничего с этим поделать не могу. Хочу рискнуть. Хочу как можно быстрее пробраться наверх. И надеюсь, у меня это получится. Все зависит от Усаги. Если он хорошо сейчас сыграет, если он повесит на всех постепенный урон. Ты издеваешься надо мной сейчас, что ли? Я вот этого не понимаю, ребята. Но это издевательство. Он не хочет работать в паре, ты понимаешь? В паре вот с этими ребятами. Он привык только вместе с Леонардо отжигать. Слушай, ну нам еще тут с тобой крупно повезло. Давай будем честны. Повезло очень крупно, потому что мы понизили им защиту. Соответственно, мы с тобой уничтожаем Роквелла.
и уничтожаем Бибопа. А были на волоске от смерти, я тебе серьезно говорю. Видишь, он только на одного повесил постепеночку, и то там с самого края. А остальные просто все стояли и балдели. Хо, поздравляю нас с мастером 2 звезды. 98-я позиция у нас. То есть, ой, тут сколько боев еще надо будет сделать. Но, зато тебе скажу следующее. Мы с тобой сыграли одним Усаги. То есть уже сэкономили на откате. Так, тут у нас Юлия, Кевин и Наталья. Причем все, ну кроме вот этого, 60 уровня. Ну давай я возьму все-таки, наверное, Кевина. Мне нужно бустовать, как ни крути. И опять же я рискую. Я возьму одного Усаги. Так, подожди-ка. И, кстати, нам повезло, что там у нас был провокатор, да? Тут я возьму Тимати. Хотя, подожди. Если я в Рокзаре был уверен, да, что он сразу же после Усаги сделает провокацию, то с Тимати, по-моему, такой фокус не прокатывает. Он провокацию делает самым последним. По-моему, так. Ладно, рискнем. Ой, какой же рисковый. Тут еще не забывай Карайка плюс Ваня. Если они начнут тут бомбить, ты знаешь, чем это для нас может вылиться. То есть Карайка с большой инициативой плюс Ванька. Он может гранату бросить, может пулеметную дробь сделать. Что там у него на уме, без понятия. Но я, тем не менее, хочу рискнуть. Так, слушай, ну более-менее. Кстати, ты заметил, что у нас Усаги сделал сейчас первым ход? То есть по инициативе он переплевывает в данный момент Зека. Но Зек, не забывай, 80 уровня. Так, делает иммунитет себе. Что бы нам тут прописать? Тут, смотри-ка, еще броня стоит. Хилку нам нет смысла здесь тратить. Давай, наверное, попробуем все-таки массовую атаку клан фотовцев. Промахнулся. Ну, тут хочешь не хочешь, придется брать провокацию. Окей. Ты, главное, держись, малой. Так, накрыт удар, да? Поехали. Ванюша. Да, Ванюша слабоват. Ну что, давай, наверное, Ванька уничтожим. В плане. Ты серьезно? Это вот такая у них уклоняха стоит? Ой-ой-ой, сейчас Тимати... Да ладно. Я не верю своим глазам. Как он это делает? Как он выживает? Ты помнишь, в тот раз он у нас вообще просто как сраный веник летал, а тут стоит, причем довольно неплохо стоит. Плюс он имеет двойную атаку. А ну-ка давай-ка вот так сделаем. Окей, и можно хильнуться. Можно попробовать завалить супер ударом. Промахнулись. Ну а если с разбега? Да ладно тебе, ну... Усаги. Так, и добивочный. Слушай, я не понимаю, от чего это зависит, друзья мои. То Тимати у нас падает как ватник, да, от пару плюшек. То тут стоит просто как каменная стена. Ну ты сам только что видел. Просто ни под кем не прогибался. Ладно, учтем. Так, ну что у нас здесь? Мэро, Иванов. Иванов, странно, по-моему, тут девушка. И Эндрю. Ну, тут, наверное, логично взять нам все-таки Иванова. Так, без Леонардо будем играть с тобой чисто Усаги. Так, тут Ванюшка. Тут у нас Донателло. Вот это вот самые опасные, так скажем. Я возьму, наверное, Железноголового в эту команду. Возьму Караечку, Нейтрализатора и... Джастина. Так хочется сказать Джастина Бибера. Эй. Ладно. Давай начнем. Усаги, родной. Давай, не промахивайся, пожалуйста. Сделай постепенно урон на всех. Ну вот, вот, совсем другое дело. Тут можно даже и не выступать дальше. Они все равно все погибнут. В плане, подожди, Бибоп, ты как-то умудрился сделать? Я что-то не врубился. Он выжил. На него постепенный урон, ну, как бы сказать, сделался, да? Но недостаточно было урона, чтобы он одуплился. Поэтому пришлось нашему нейтрализатору его убирать с поля боя. Так, очень медленно, конечно, мы с тобой двигаемся. 77-я позиция. То есть, грубо говоря, пока на 10 ступенек мы с тобой продвигаемся. Ну, хватить нам должно до топчика. Сегодня у нас суббота.
завтра будет воскресенье. То есть, как бы, неделька-то близится к откату, друзья мои. И это хорошо. И это хорошо, потому что мы с тобой получим осколки. Прокачать, конечно, никого не сможем. И это немножко расстраивает, но зато осколочков будет у нас с тобой побольше в копилочке. Так, если посмотреть здесь, у нас только Усаги может противостоять вот этим бизонам. И если я возьму сейчас, к примеру, Армагона, как ты думаешь, это исправит всю ситуацию? Кстати, знаешь, что я подумал? Нам, наверное, с тобой не стоит сейчас вот так вот делать, а стоит брать именно Леонардо и Усаги в паре и отыгрывать пока маленьких наших героев, да, которые имеют там 50-е и 40-е уровни. Потому что дальше мы с ними сыграть не сможем. Уровень-то бойцов противников наших будет расти, и там уже будет все это неактуально. И я боюсь, что Леонардо вместе с Усаги уже не будут справляться, как говорится, в два жала. Точно. Если мы с тобой хотим сегодня достичь, ну, офигенных высот, вот я к чему тебе говорю. Так что давай действительно с тобой брать Леонардо вместе с Усаги. Так, здесь мы с тобой возьмем, наверное, давай Эндрю. Нет, лучше Криса. Криса я возьму. Так, вот так. И вместе с ними мы будем брать, ну, на понижение, короче, вот так вот. Потом этих и так далее. Если уже где-то с тобой стопорнем, ну, будем чувствовать, что действительно там уже сложно, будем брать одного из сильных персонажей. Даже тот же самый Микеланджело, он не будет здесь лишним. Так, ну смотри, что происходит. Леонардо, естественно, сейчас тут всех вынесет. Отлично. Мы с тобой продвигаемся, у нас была 66-я позиция. Я думаю, сейчас будет где-то 55-я. Потому что если мы на 10 ступенек с тобой перелетаем. Ну-ка, покажи, какая у нас. Да, 55-я. Отлично. Ну что же, тогда давай-ка мы с тобой возьмем Стефани. Хотелось бы, конечно, взять, но такой, блин, уровень 79-й, почти 80-й. Я пока к этому не готов. Возьму что-нибудь послабее, например, вот Серегу. Тут 73-й, 74-й. С ними я уверен, что справиться смогу. И, как говорится, лишние кубки тоже нам не помешают. И я отыграю еще, к тому же, троих персонажей из слабого ранга. Так, ну что, тут морозильная кошка. Майки, я думаю, что нам здесь не проблема. Так, Усаги давай, родной. Опачки, отлично. Так, и Леонардо, надеюсь, добьет. Может быть, конечно, Донателло выживет. Нет, не выжил. И это шикарно. Была 55-я позиция, я надеюсь, сейчас будет 44-я. Но если такими темпами пойдем, у нас хватит дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Так, 41-я даже, вот как. Получается, еще нужно сделать нам 3 боя. 3 боя, это в лучшем случае. В худшем 4. Так, что у нас здесь? Можно, конечно, попробовать. А, ладно, не будем рисковать. Давай, наверное, возьмем вот эту вот команду. Так, опять это Майкл или Митчелл. Раз, два. Лео, Хан и Рафаэль. Причем Рафаэль и Лео — фильм. Тут Майки есть, да, ролевой. Может снять, естественно, все дебафы. Особенно вот этот вот постепенный урон. Ну, ты знаешь, тут уже мало вероятности, что кто-то выживет. Все зависит. Я вот смотрю, сколько отнимает Усаги здоровье у противников. И рассчитываю, что половину здоровья обязательно Леонардо снимет. Понимаешь? С вертушки. Половиночку. Если Усаги наносит урон ровно половину, то, можно сказать, грубо, победа уже за нами. Она уже в кармане. Поэтому я особо сильно не расстраиваюсь. Так, а вот здесь уже посложнее. Чанида. Ну, давай мы, наверное, возьмем эту Чаниду. Просто я смотрю, у нас откаты все меньше и меньше. Тают просто на глазах. Значит так, Эйприл — ролевой, и Лео — тоже ролевой. Ну-ка. Тут меня только один смущает персонаж, это Майки, все. Остальные, я больше чем уверен, будут стоять там в закутке и нервно дрожать.
Майки, тем более, сразу упал. Все, тут есть только Леонардо сможет выжить, но это вряд ли. Вот об этом я тебе и говорю. Ух, еще сколько там боев нам? 5, 6, 10. И пойдем с тобой на испытание. Сегодня Крэнк, да, Технодром. Надеюсь, пройдем его. Хотелось бы, конечно, пройти полностью. Но не знаю, что там у нас получится. Аринка. Аринка, да, значит. Ну, ладно, давай. Давай возьмем. Смотри, раз, два, три. Три Донателла у нее в команде. 79-й, 76-й уровень. Хм. Опасно. Но деваться некуда. Лапекс, Супер Шреддер и Рокстеди у нас с тобой будет выступать против вот этой команды, где аж три штуки Донателла. Плюс Рокстеди, да? В костюме кролика, пасхальный, так сказать. И Рафаэль, который имеет массовую атаку. Кстати, вот Рафаэль может здесь выжить. Посмотрим. Н-н-н. Не выжил. Хотя у него было здоровье больше половины. Ну, видимо, вот так вот Лео поднатужился, да, и всех завалил. Ну, как ты видишь, у нас 19 место становится. Блин, почему 12-м? Всего, получается, мы перелетели 7 ступенек. Такого не должно быть. Минималка 10, я вот на это рассчитывал. Тогда, видишь, все у нас с тобой сбивается. И вместо 3-4 боев нам нужно с тобой на один бой больше делать. Анна Клара, давай-ка мы тебя, наверное, сейчас немножко тут помурыжим. Анна Клара, возьму против тебя. Уже остатки роскоши идут. Кунаичи, так, до неведения. И наш Донателло Космос. Уже, как говорится, из пальца высасываю, ребят, все, что можно. Опасность для меня здесь представляет Роквелл. Вот не знаю почему, я с ним очень редко сталкиваюсь, но вот этот вот ионный суперудар, когда он бросает все виды оружия, там, ножи какие-то, да, саи, очень-очень болючий удар. Я просто от него очень много терял своих бойцов, и вот поэтому я его почему-то остерегаюсь. Ладно, давай смотреть. Есть, друзья мои, мы с вами забрались в Лигу Мастеров 3 звезды. Место у меня 99-е, пока. 7 боев мы еще с тобой можем сделать именно таким составом, которым я играю. Амар, ну давай. Да, давай, блин, подожди, Амар. Ладно, фиг с ним. Меня там кролики смущают, вот эти вот маузеры. Давай я возьму, наверное, спринтера сюда, на всякий случай. И... раз, два. Ну, Майкин вряд ли здесь, конечно, успеет что-то сделать. Хоть у него и большая инициатива, против таких бизонов пляску мы от него не увидим. Поэтому придется только лишь полагаться на Усаги и на нашего Леонардо. Так, крутим-вертим. Шикарненько. И добивочный. Вот это будет добивочный удар. Все, ребятушки. Так, была 99-я позиция. Я думаю, сейчас где-то будет 89-я, наверное. Надеюсь на это. 87-я. Отлично. То есть, грубо говоря, вот сейчас идет у нас перелет в 10 ступенек. Так, что нам взять? Самчай. Джаден. Блин, ну я, наверное, вот этого возьму. Слэш, Шреддер, Донни, Майки, Рафаэль, блин. Еще та команда выходит. Ладушки. А у меня, как ты видишь, уже пошли 45 уровни. Хм. 45-е. То есть вообще опасность. Ладно, давай смотреть, что будет у нас происходить. Вот рано или поздно наш вот этот фокус выпендрёж не прокатит. Я думаю, что это будет сейчас. Ты понял, да? Донни выжил. Если сейчас Змейковьюн оплошает, то все, кого-то теряем. Но Змейковьюн, слава богу, все-таки умудрился. Получилось у него забомбить. И я этому, естественно, рад. А так бы, если бы он сделал сейчас массовую атаку, 45 уровень, поверь мне, тут же упал бы. Просто моментально. Минус 2 бойца было бы. Твою ж налево. Так, Оскар. Ну, давай возьмем, наверное, Оскара.
И опять нашего Лео Усаги. Я думаю, что здесь, наверное... Вот хорошо, кстати, что я там взял Змейка Бьюна. Согласись. Если бы его не было у меня в команде, все. Пиши пропало. И вот здесь тоже очень большой риск. Опять же, 45 уровень, да, бойцы? Слэш, у него большая инициатива. Не забывай, что у него есть Эйприл, которая может хильнуть в случае, если выживет. Ну-ка. Так, ну предположим. Нет, ну здесь победа за нами должна быть, потому что постепенно урон висит на всех. Даже если кто-то бы выжил после удара от Лео, его бы кровотечение, так скажем, уничтожило бы. Так, и мы с тобой передвигаемся на какую позицию? 62-ю. То есть 50-е место я все-таки здесь урву, как ни крути. Все, ребят, практически топчик у нас по врагам. Как ты видишь, 79-й уровень. Вот тут еще есть 78-й. Ну, давай, наверное, возьмем Адама этого. Немножко попробуем, как говорится, еще прорваться вперед. А бойцы у меня 45-й. Там уже 43-й уровень пойдет, елки-палки. Давай возьмем, наверное, ну, Донателло. Там остается еще у нас Бакстер Стокман. Ну, на него рассчитывать не стоит, потому что он будет делать самым последним ход. И Майки. Так, давай смотрим, что здесь у нас сделает Усаги. Так, ну, в принципе, неплохо. Все под постепенкой висят. И даже если, как говорится, Лео сейчас не добьет, а он добивает, победа в любом случае была бы здесь за нами. Как вот этот робот, да, у Крэнка шевелится. Такой жиробасик прикольный. Так, ну что, какое место у нас здесь? Ровно 50-е. Я очень этому рад. Но останавливаться я пока не хочу. Здесь, кстати, 77-й, 78-й. Вот, вот это идеально подходит для нас. Давай-ка вот так сделаем. Я возьму Майки сюда. И 43-й уровень пошли у нас. Трындец, конечно. На грани фола мы с тобой здесь дринкаем. Ну а что поделаешь? Главное, чтобы вот эти олухи не успели сходить. Поэтому я на всякий случай попробую. А, тут же еще Мондагека может... В плане это... Да, конечно. Микеланджело 90 уровня нанес так мало урона этим кроликам. Ну, вот здесь вот хорошо. Давай, Лео, добивай. Все в твоих, как говорится, лапах. Шикарненько. То есть еще одна удачная битва у нас тут прошла. И последняя, наверное, да, будет? Хотя, почему последняя? Последние две. Так, перелетаем с тобой на... О, 38-й местечко. Тепленькое. Хм. Илья. Может быть, Илья Игробум? А? Да нет, у него там аватарочка футболиста. То есть это он там играет в футбол. Так, ладушки, предположим, я возьму... Надо перестраховаться, друзья мои. И это будет, наверное, Рафаэль. Хотя Рафаэля оставим, лучше Бакстера возьму. Лучше возьму Бакстера, потому что он самый последний ходит. А здесь что у нас? Да ничего страшного, нету. Если постепенный урон плюс вертушка Леонардо, Бакстер уже, конечно же, тут и не понадобится. Так, меня немножко напрягает Леонардо здесь. Нет, все классно. Ну, ребята, вот согласитесь, вот эту вот всю арену я прохожу в основном только двумя персонажами. Это Усаги и это Леонардо. Остальные идут как бы паровозом. Они даже не участвуют. Редко-редко, когда могут как-то помочь. Ну, а так вот два основных этих персонажа. Поэтому не зря я их качал до 100 уровня. Чего я вам советую. Кто-то спрашивает: Рэй, а как ты получил Усаги? Друзья мои, ну я же вам говорил. Есть испытания. Вот сегодня испытание, например, Технодром, да? Где я могу фармить Крэнга. Также есть испытания и на Усаги, и на Сплинтера есть. Ты его проходишь по возможности сколько можешь. И потом начинаешь этот уровень фармить. Главное его пройти на 3 звездочки. И начинаешь потихонечку фармить. Получаешь ДНК, накапливаешь, апаешь, улучшаешь. И все в таком темпе. Да, это долго, но зато у тебя появляется персонаж, и ты очень доволен. Видишь, у меня как Усаги сейчас вместе с Леонардо отжигает. Просто сказка. Так, ну что, ладно, отвлеклись маленечко. Давай-ка мы с тобой сделаем последний бой. Я, наверное, возьму... Нет, тут Хан, не хочу.
Можно вот этих взять, да? Адальберта. Так. И отыгрываем с тобой здесь Рафаэля, последнего нашего бойца имбового. И в эту кучу мы возьмем с тобой Макмана и Острозуба. Кстати, вот Острозуба, думаю, может быть прокачать, а? Он как провокатор-то, в принципе, неплох. Я просто помню те времена, когда мы дрались, да? Он встает в стойку, и его никак не пробить. Ну, просто никак. Пытаешься там что-то стучишь по нему, как, знаешь, по бетону. Ой, тихо, тихо, тихо. Как это так произошло, ребята? Ё-моё, и это на последнем-то бое. Господи, ну что же ты? Ё-моё, вот тебе и... Вот тебе и Острозуб. Ай, ладно, друзья мои. Ну, просто вот не знаю, как вот так вот Рафаэль по инициативе просто проиграл. Ну, тем не менее, друзья мои, мы с вами на 19 ранге. Это очень неплохой результат. Если я даже вечером сегодня сыграю, я обязательно уже стану топчиком. Ну, а мы с тобой переходим к не менее интересному заданию, да? Так, подожди, что у нас тут есть? Опачки, красота-то какая, друзья мои, смотрите. 5 ДНК мы с тобой можем получить на Леонардо фильм. Конечно же, я буду приобретать. Ай, красавчик ты наш. Так, здесь 72 монеты. А нам с тобой нужно 75. Понятно, пока терпим, ждем. Так, и у нас бой. Идем на испытание. Эксперт усиления технодрома. Отлично, Бибо, Прокс, где это все мне нужно. Шреддер и, конечно же, Кренги. Поехали, начнем. Тем более, ну, дают не фул имбу, но вот этих персонажей, я думаю, мне более чем достаточно. Тем более, здесь еще Донателло есть, чтобы разобраться с технодромом. Так, здесь, наверное, можно... Да, я здесь включу автобой. Тут всего лишь 3 волны. И вот с этими олухами-то мы уж как-нибудь разберемся, верно? Отлично. Ну, ну что это такое, ну, 2 консервные банки, плюс 1 маузер и 2 кланфутовца. Да ерунда полная. Первым будет нас кто встречать? Естественно, Бибоп. А, тут они вдвоем, Бибоп и Роксиди. Хм. Ладушки. Я вот одного не могу понять, почему они вот начинают бомбить сразу слабеньких, а, вот этих вот. Почему они не начинают бомбить именно Бибоба, Роксиди? Я бы, наверное, лучше бы так сделал. Так, ну здесь победа, само собой разумеющая. 40 уровень был противников. Дальше будет немножко сложнее. Но здесь и мало, как говорится, у нас этих врагов будет. Бибоп классический. Блин, как он медленно у нас копится, да? 5 эпизодов всего лишь здесь. Так, 55 уровень. И здесь уже будет технодром. Первый, как говорится, его этаж. Да я, наверное, сам быстренько тут разберусь. Так, минус маузер. Второй минус. Так, консервные банки. Улетает на ура. И причем команда, смотри, какая у нас классная, да, получается. Все черепашки и плюс сплинтер. Ну-ка. Ух ты. Консервные банки выжили. Ничего себе. Они 50 уровня. А у меня, извини меня, Дони 80-го. Как они умудрились, не знаю. Так, поехали, короче. Опачки. Так, добьешь? Красавчик. Дальше давай вот этого в оборот возьмем. Рокстеди. Давай добьем его. Тыч. Нормуль. Ну и с этими ухами тоже распрощаемся. Так, Рафаэль, отдавай, как говорится, сдачку ему. Массово пошла, да? Зря ты, парень-то, делаешь. Ну и, как говорится, технодром нас встречает. Первая клешня. Самая легкая, так скажем. О, понизили атаку еще. Так, ну ладно, добиваем. Тут все легко и просто. Самая, конечно, жесть будет это в конце. Нам придется с тобой убирать из команды, наверное, сплинтера. Ну вот насчет Донателло я не подскажу тебе сейчас. Так, что у нас тут? У нас разыгрывается Шреддер классический, да? Тут уже, по-моему, будет 2 этажа этого технодрома. Ну, нам дают с тобой немножко размяться, да, вот на этих вот маузерах, на всяких консервных банках. Как говорится, перед ответственной атакой, тем более здесь пока еще уровень 60.
Потом будет 70-й, да? И дальше 80-й. Или даже 90-й, я не помню точно. Но сплинтеры однозначно будем убирать. Если мы хотим с тобой пройти на 3 звезды, а нам нужно пройти для того, чтобы начать фармить Кренга, нам нужно с тобой идеальненько, чтобы все было. Вот сюда, конечно, бы массовую атаку бомбануть. Но у меня ее мало. Она только у Донателло есть и у Леонардо. Все. Так, тихо. Кстати, эта массовая атака сейчас пойдет вот против Бибо, Прокси. А по-моему... Подожди, там будет четвертая волна. И если я не ошибаюсь, там будет уже стоять Шреддер. Так или не так? Ладно, сделаем с тобой дополнительную защиту. Пока. Можно было, конечно, и уклонение сделать. А ну-ка. Так, Рокстеди падает. Бибоп там что-то стоит. На тебе, понизили ему атаку, поэтому он теперь не так страшен. А насколько, интересно, мы ему понизили? На сколько процентов? Переходим с тобой на четвертую волну. Ага, первый этаж. Ну, тут понятно все, проникающий делаем. Перебегаем с тобой на второй. Так, клешня. А ну-ка давай-ка через апперкот. Может быть, постепенный урон повесим. Есть такое дело. Еще и атаку понизили. Ну круто. Раз. Так добьешь? Есть. Ну, тут легко было, да? Тут все было легко. Последний эпизод будет, конечно, самым лютым. Так, дайте-ка мне Шреддера классического. Отлично. Ну, вот здесь уже начинается, ребята, миссии, где если мы проходим на 3 звезды, сможем фармить с тобой Кренга. Конечно, плохо, что всего лишь одно ДНК выпадает. Очень как бы обидненько, да? Блин, подожди, там же 75 уровень. Зачем я взял... Ай-яй-яй. Вот здесь я, кстати, могу лопухнуться, ребята. Зачем мне нужен здесь сплинтер? Объясни-ка. Он вообще здесь не в тему. Его же ушатают. Блин, теперь придется за него трястись, а, все время. И как всегда, ну, естественно, конечно же. Ну, кто бы в этом сомневался, а? Они сейчас будут его атаковать. Тем более, здесь у нас 6 волн, как ты видишь. Давай-ка я, наверное, сделаю защиту пока, чтобы он не упал у нас быстро. Так, а следующий, значит, получается 80 уровня будут противники, да? Выходит так. Ладно, добиваем банку. Переходим с тобой на вторую волну. Блин, как хочется их всех массовой атакой просто шваркнуть и все. Давай, наверное, сделаем с тобой баф какой-нибудь полезный. Угу. Поехали. Так, массовая атака у кого? У Дони. Давай. Ну, нормуль, нормуль. Сейчас просто по удару каждому сделаем, и они должны, в принципе, отдуплиться. Ну, сплинтера в любом случае нужно захилять, потому что, ну, с таким здоровьем это никуда не годится, ребят. Это никуда не годится. Так, давай, Лео, лечи. Полностью захиляешь? Да, нормуль. Плюс у нас с тобой есть еще уклонение. Плюс у нас есть с тобой уклонение. Ну, начнем, наверное, с буржуев. Так. Я возьму здесь провокацию пока на первое время. Чтобы пережить нам просто вот эту вот, ребята, всю катавасию, чтобы сплинтера у меня не уронили. Только ради этого я взял провокацию. Уклоняшку пока не будем делать. Она нам пригодится на последнем этапе. Так, они ускорение поставить. Ё-моё. Так, начинается, короче, да? Броню тут настакивают себе. Блин. Да-да-да, вот именно про это я тебе и говорил. Давай уничтожим, короче. Так, он в... Неужели он в сплинтера сейчас побежит? А, у нас на Рафаэле еще провокация стояла. Ну что же, это хорошо, ребята. Плюс у них есть постепенный отхил. Сейчас что-нибудь с тобой придумаем. Так, понизили атаку, это уже плюс. А залечить раны в любом случае нам придется. Угу. Так, идем с тобой на четвертую волну. Сейчас будем подниматься выше этажом. Здесь проникающий. Так, хильнуться нам нужно, блин. Давай-ка, наверное, я здесь поставлю уклонение. А после этого будем уже залечивать свои раны. Так.
попробуем через... надо было, знаешь, что сделать? Ярость Рафа поставить, скорее всего. Ну-ка. Плохо прокачан у нас вот этот удар. Но если бы он был... Тихо, тихо, тихо. Блин. Друзья мои, очень плохо. Еще и вот эти тут орлы. Так, лечим. Раны свои. Провокации у меня нету. Блин, сплинтер, короче, попадает, ребята, в зону риска. Причем в офигенную. Его сейчас просто будут колбасить. Я не знаю, как быть. Ага, заблокировали. И если вот так вот только защиту ставить и делать вертушку. Крэнк должен упасть, по идее. Ух ты, Крэнк, Бибоп. Так, этот Баффет ускорение поставил. Да отвали ты. На, в ответку, правильно, сплинтер. А минус Шреддер и... Фу, слушай-ка, просто чудом каким-то выжили. Короче, мы переходим с тобой на последнюю волну. Естественно, сплинтера придется отсюда убирать. Я этого не хочу, но придется, ребята. 85 уровня глаз. То есть Донателло уже попадает в зону риска, но отказаться я от него не могу. По-моему, мы с тобой в прошлый раз прошли, да, это испытание. По-моему, не на 3 звезды, но мы его прошли с тобой. Или даже на 3 звезды. В общем, по-моему, на 3 звезды все-таки. Так, нам запретили лечиться? Ты серьезно? Эй! Так, слушай, ребят, тут надо защиту ставить дополнительную. Тут еще помимо этого 7 волн. Вот что тебе скажу. Так, ладно, уничтожаем. Давай-ка я поставлю все-таки доп. Защиту. Блин, что ты вот так мало здоровья-то у Донателло, эй. Так, давай хильнемся. Сейчас хильнемся, как раз у нас ближе. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ты понял, да? Какую я сделал сейчас ошибку? Давай хильнемся, а у нас стоит запрет на лечение. Молодец, красавчик, что я могу тебе сказать еще? Вот нубануло. Ребята, вот это да. Вот это я снубил. Господи, я лечку профукал и не захилялся. Ай-яй-яй, это непростительно. Ладно, давай с тобой как-то, я не знаю, тянуть до последнего. Выживать нам надо. Сейчас можем, конечно, хильнуться. Но уже, знаешь, какого-то желания нету. Вроде бы у нас... Хотя уже появилось желание. Так, давай добивай его. Все-таки я залечу раны. Только лишь из-за Донателло, друзья мои. Потому что у него мало здоровья. Так, вот у нас Бибоп, Рокстеди. Естественно, их бы хотелось массовой атакой всех ушатать. Но я не буду. Я не буду. Я буду просто их вот так вот пробивать пока. Это же последняя волна у нас. Последняя. Так, надо было Маузера вальнуть. Что я делаю? Ну-ка, добей этого шитика мелкого. Но начинается, да? Так, вольни. Не добили. Так, я возьму Рокстеди в оборот. Готов, парень. Окей. И последний. Так, переходим с тобой на четвертую волну. Как ты понимаешь, это будет первый этаж этого технодрома. Нам нужно будет к последнему этажу очень хорошо, хорошенечко пробафаться. То есть повесить на себя все усиления, которые только можем. Так, тихо, тихо, не надо массовые атаки тут применять. Естественно, уклонение там ставить и все тому подобное. Так, прошли мы первый этаж, второй этаж. Тут будет глаз последним. Так, лечиться будем, наверное, да? Слушай, пока еще терпимо. Не обязательно лечиться, сейчас он сделает удар, а вот после него уже будем залечиваться. Тем более, ты видишь, у нас там с тобой идут откаты на хил. Здесь сделаем доп. Защиту. И отлечимся. Так, отлично. Но не полностью, к сожалению. Ладно. Уклонение с тобой нам пригодится. Так же, как и ярость Рафа. Плюс у нас есть массовая атака. Она, наверное, нам пригодится вот здесь. Поехали. Так, сюрики. Дальше, дальше, дальше. Уклонение будем влуплять. Наверное, будем. Потому что там будет глаз. Ты прекрасно знаешь, что он будет делать. Вертушка.
Ох, прекрасно, прекрасно, ребята. Ой, а вот это не прекрасно, нифига. Тихо. Фу. Слушай, нам везет. Да иди ты в пень. Слава богу, ребята, это просто какое-то счастье. Почему говорю счастье? Что все удары были мимо кассы. Все абсолютно удары. А так как наша очередь, да мы еще с тобой пробафаны неплохо, мы сейчас их просто уничтожим. И Крэнга, и всех. Ой, тихо. Ой, да это не страшно. Да, все тебя поняли. Критический и обычный удар ты усилил. А вот теперь будет глаз. Так, уклонение у нас, по-моему, с тобой еще есть, да? Сейчас будет тут бомбить своими лазерами, фигазерами. Так, у нас двойная атака, двойная, поехали. Раз. Два-с, отлично. Так, делаем проникающий. Оу. Стопы, Рафаэль, давай. Нормуль. И бейсбольную бомбу. Есть. Хи-хи-хи. Вот и все, ребята. Победа за нами на 3 звезды. Будем фармить. Да, наверное, будем фармить. Ну что, я нас поздравляю. Отлично. Испытание вот это вот классическое просто обожаю. Так, ну что, будем рисковать? Да, ради одного, ребята, Крэнга. Всего лишь ради одного Крэнга. Но оно того стоит, наверное. Хотя, погоди-ка. У нас же с тобой здесь еще есть. А ну-ка. Давай-ка попробуем. Блин, вот это вот, конечно. Вот не в тему вот эти вот змея-кора и паукус. А втроем сможем ли мы здесь с тобой пройти хоть что-то? Давай попробуем, ребят, втроем. Ну тут 3 волны всего лишь. Ладно, попытка не пытка. Давай бросим бомбочку, наверное. Окей. Так, а если... Ага, понизили атаку. Скорость понизили, что-то мы их тут... Да ладно, Тимати, успокойся. Ну что ты тут, бедная шнап... Да иди ты, хиляет. Ну, давай, Макман, что он делает? Плевок. Ну, да и сейчас еще... Ну правильно, ускорение, конечно же. Конечно же ускорение. И в плане... Да что тут происходит-то, эй? Так, он крит-атаку, ребята, повышает. Сдулись. Сейчас Макман кого-то прибьет. О, друзья мои. Просто изначально делал ерунду. Надо было не шутковать с ними, просто бомбануть их сразу вот так и все. Нет, начал выпендриваться. Зачем, блин? Давай попробуем Мондагек с тобой. Не, ну однозначно змейка вину крышка, ребята. Хо-хо! Еще и заблокировали все способности нам. Молодцы! Че тут скажешь? Да, змейка вин, короче, отдуплился, ребята. Да, какой-то прям вот неж... В плане промах... Да. Че-то все пошло не так, как я хотел. Все пошло не так, как я хотел. Я тебе серьезно говорю. Пробафались тут они, обалдеть. Плюс инициатива у них обалденная, да? Ускоряются они. Сейчас, по-моему... Да, мне, скорее всего, забомбят сейчас зэка. Ну, я тебе скажу следующее. Если переиграть этот уровень, переиграть, я его пройду. Изначально просто я немножко не то делал. Надо было просто взять валун, бросить и все. Потому что там еще эта морозильная кошка психованная попалась. И я сыграл немножко неправильно. Совсем чуть-чуть. Что ты? Да с Кейси с этим справиться уже не можем, что ли? Блин, еще и за медляху повесил мне, а? Сейчас он будет 2 раза ходить, конечно же. Не, можно было бы пройти. Просто я не знаю, нужно ли. Элементы, конечно, нужны. Тут не поспоришь. И взять можно, в принципе, всех в команду. Понимаешь, да, о чем я говорю? Всех в команду это, то есть, тех, кого нам давали. Давай я тебе попробую и не только тебе, но и себе доказать, что это реально.
Давай посмотрим. На 3 звезды, конечно, вряд ли получится, но сейчас увидим. Так, надо начинать здесь вот с этого. Нет, вот с этого. С морозильной кошки, ребята. Так, и валунчиком. Бумс. Так. Дальше бросаем паутинку. Ну-ка. Даже заморозку не повесили. Да, ну быть такого не может. Так, остается Тимати. Да-да-да-да-да, он тут сделал немного нам проблем. Но змея край пока жива. Так, с этими тоже нам довольно легко справиться. Начинаем. Да, лучше начать с Мондагека. Почему именно с него, ребята? Он ускоряет команду. А замедлить получится хотя бы? А-а. Так, секунду, уже лучше. А замедление не шиша, да, не сработало? Так, Кейси тут, в кого он сейчас будет? Ну, естественно, змею карай будет бомбить. Предсказуемо. Кого, как говорится, кто слабее, того и бьют. Понятное дело. Так, ну что, Кейси, успокойся. На тебе. Пич. Ну, у него защита стоит, поэтому не уронили мы его сразу. Следующим, конечно, будет у нас Паукус. На растерзание. Ну-ка, Кирби. На тебе. Будем его. Хотя тут Мондагека, в принципе, мешается. Ну, Кирби все-таки больше нам солид, потому что он хилер. Угу. Так, попробуем ракетами. Атаку понизил. Это уже плюс. Мондагека, давай. Ай-яй-яй. Роквелл делает защиту на всю команду. Вот, 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 вот этот удар. Блин, жесткий. Он еще, оказывается, и постепенный урон. Ё-парасоте. Фига тут расколбасы пошли. Вот это да, ребята. Вот это расколбасы. Ну-ка. Уничтожим мы или нет? Есть. Так, Мондагека отдуплился, ребят. Массовую атаку врубаем. Фига у них там защита. Да что ты тут выпендриваешься? Достал уже. Ну, так. Ага, зэка потеряли. Нормуль. Так, я боюсь, сейчас мы с тобой потеряем и Змейковьюна. Угу. Ну что, валунчик для него, да? Все-таки выживает только один Армагон, ребят. Но главное, что я прошел. Да, я не говорил, что я пройду на 3 звезды. Я тебе сказал, что я пройду. Пришлось, конечно, всех взять. Армагон выжил, и я получаю снаряжение союзники. Ну, сюда, понимаешь, уже смысла идти нету. Хотя они тоже здесь 80 уровня. Ну, я не пойду. Я не пойду, ребят, туда. Я лучше попробую все-таки рискну. Да, я рискну получить себе Кренга. 3 золотых осколков и последний шанс. 4 доллара. Да. Ладно, ничего страшного. Еще есть время, ребята. Я попробую все-таки выбить этих двух олухов. Сейчас пойду выбивать себе вот эти, ребята, телепорты. Ну, а я буду для вас заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!